Доброе утро, розочки, красавицы. Двенадцатое июля, сегодня праздник Петра и Павла. Сейчас поедем в храм. Приехали в храм в Култаево. Храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Стрижи, как летает, с праздником всех Петра и Павла. Мы в храме в Култаевском. Цветочки здесь такие красивые. Какой красивый храм. Вот далеко видно, купола хорошо блестят, особенно на солнышке. Много стрижей тут. Храм большой. Сейчас постояли на службе, исповедались, причастились. Праздник такой. Здесь даже астрочки распустились уже. Три предела здесь. Такой храм. С праздником всех. Низко летают стрижи. Все ниже и ниже стали летать. Значит, будет дождь. Здесь много их. Дождик пошел. Идет дождичек. Розочки поливает. Раскрылись. Вот эти. Желтенькие, как хорошо уже открылись. Они хотели пить, и дождик их поливает. Небо затянуло, жара зато спала. Помидорчики так красиво висят. Вкусные очень помидорки такие.
Крупные есть, небольшие, очень вкусные. Хозяйка старается. И они очень вкусные. Огурчики поели. Еще спеют новые. Цветут помидорки, еще будут. Такие серые тучи закрывают небо. Вероятно, будет дождь снова и похолодало у нас. Всем доброго вечера и всего доброго!